Он стоит на высоте 3000 метров над пустыней Аризоны, глядя в ночное небо. Его гигантские зеркала способны улавливать свет звезд, находящихся на расстоянии 9 миллиардов световых лет. Благодаря этому астрономы могут заглядывать в космос глубже, чем когда бы то ни было. Большой бинокулярный телескоп — это крупнейший телескоп на планете, кульминация 300 лет инженерного гения. Своим успехом он обязан 6 историческим прорывам в мире телескопов. В сердце каждого лежит крупная технологическая инновация, которая позволила астрономам строить телескопы все большего размера. Один за другим, переходя от меньшего ко все большему, мы расскажем невероятные истории этих оптических гигантов. И истории изобретений, позволивших им расти. Шесть гениальных шагов вперед, позволивших телескопам стать большими, еще больше и, наконец, самыми большими в мире. Чудеса инженерии. Телескоп. Когда Солнце садится над пустыней Аризоны, большой бинокулярный телескоп, или LBT, легко выдвигается в рабочее положение. LBT — это Дэвид. Астрономы проводят последние проверки. Скоро начнутся наблюдения. Сегодня команда астрономов, возглавляемая доктором Ричардом Грином, заглянет внутрь галактик на другой стороне нашей Вселенной. Мы можем заглянуть в коконы, в которых формируются новые звезды и планетарные системы. Заглянуть в сердца ближайших галактик и разглядеть формирующиеся части галактик. Эти наблюдения помогут им понять, как была рождена наша Солнечная система. LBT — это последнее слово в череде исторических инженерных прорывов. Чтобы понять, как астрономы смогли заглянуть так далеко в глубины космоса, мы должны сделать шаг назад во времени. Наша история начинается в Англии 17 века с потрясающего изобретения — телескопа-рефлектора. Прорыв первый — собирание света. Кембриджский университет, 1669 год. Выдающийся 26-летний математик начинает задумываться о тайнах Вселенной. Сэр Исаак Ньютон — один из самых замечательных ученых, когда-либо живших на Земле. Он был способен поставить перед собой задачу и заниматься ее решением месяцами и годами напролет. Многим подобное надоедает, и они сдаются, но он обладал этой экстраординарной настойчивостью, и он начинает работу над несколькими ключевыми проблемами физики. Одной из этих проблем была эффективность телескопа. Астрономы хотели изучать планеты Солнечной системы, но их телескопы не справлялись с этой работой. Чтобы увидеть эти еле заметные далекие объекты в ночном небе, телескопам нужно было собирать больше света, а для этого им требовались линзы большего размера. Линза нужна для фокусировки всего света в одной точке.
линза большего размера создавала серьезные проблемы для ранних астрономов. Ньютон открыл, что луч света, проходящий через стекло, преломляется и разделяется на отдельные цвета. То же самое происходит, когда свет проходит через стеклянную линзу, но линза при этом фокусирует все цвета в разных точках. Эти множественные точки фокусировки приводят к тому, что картинка получается размытой. Чем больше линза, тем в большей степени изображение будет расфокусированным. В своем кембриджском кабинете Исаак Ньютон надеется, что нашел решение этой проблемы. Способ создать телескоп, который создает кристально чистую картинку без смазывания цветов. Он убирает вызывающую проблему линзу и заменяет ее кое-чем совершенно иным. Это первый в мире телескоп-рефлектор, сделанный молодым Исааком Ньютоном в 1671. Он собрал его в Кембридже из прекрасно подходящих самых обычных материалов того времени. Картонных трубок и деревянного шара для регулировки. Только здесь зеркало заменило линзу. Зеркало Ньютона — это металлический диск, отполированный до приобретения вогнутой формы. Он отражает свет от далеких объектов в одну точку. Второе зеркало поменьше, затем отражает свет в окуляр. Так как здесь свет не проходит через толстую линзу, то нет дисперсии света, и картинка не расплывается. При помощи отражения света телескоп Ньютона смог создать картинку наивысшей четкости в мире. В январе 1672 года этот телескоп заставил членов королевского общества разинуть рты, потому что он был сильнее и давал картинку лучше и чище, чем обычный телескоп длиной в 2 метра. С этого момента история эволюции телескопов — это история увеличения зеркал, а не линз. В мире телескопов размер имеет значение. Чем больше зеркало, тем больше света оно может уловить. Зеркала большого бинокулярного телескопа очень велики. Этот телескоп состоит из двух основных зеркал диаметром 8,4 метра. Они собирают свет звезд, падающий на Землю, и фокусируют его, чтобы мы смогли уловить самые слабые сигналы от этих невероятно далеких объектов. Используя тандем зеркал, астрономы способны собирать в два раза больше света с еще более широкого поля зрения. Свет отражается от поверхности каждого зеркала в единую фокусную точку. Затем свет улавливает пара высокочувствительных цифровых камер, каждая стоимостью более $1 миллиона. Вместо того, чтобы пытаться собирать свет всего спектра, каждая камера тонко настроена, чтобы регистрировать лишь половину цветов. Эти изображения потом объединяются для получения изображения куда лучшего качества, которого невозможно добиться одиночной камерой. LBT находится на расстоянии световых лет от тех дней, когда Ньютон смотрел на небесные тела своими собственными глазами. В 1672 году телескоп-рефлектор Ньютона позволил астрономам впервые ясно взглянуть на нашу Солнечную систему. Но чтобы заглянуть глубже в космос, инженерам, строящим 180-сантиметровый телескоп Парсонса в Ирландии, необходимо научиться делать зеркала большего размера. Прорыв второй. Зеркало. В 1839 году ирландский астроном Уильям Парсонс начинает разрабатывать огромный телескоп. Он надеется разгадать одну из загадок глубин космоса. Астрономы наблюдали странные светящиеся облака в ночном небе.
Парсонс хочет узнать, из чего они сделаны. Созданы ли они, скажем, из светящихся частиц пыли или газообразного вещества? Или они состоят из бесконечного количества звезд, настолько далеких, что нельзя разглядеть отдельные звезды, испускающие лишь слабый свет? Что для этого сделать? Построить гигантский телескоп. Чтобы иметь хоть какие-то шансы уловить свет от этих слабых пятнышек на небе, Парсонсу понадобится гигантское зеркало. Во времена Уильяма Парсонса зеркала телескопов были вогнутыми, как зеркала для бритья, трудолюбиво отполированными вручную. Человек, который знает все о зеркалах, доктор Мэгги Адерин Поукок, инженер, устанавливающий их на космические телескопы. С детства она полировала свои собственные зеркала для телескопов. Если мы возьмем два куска стекла и посыпем между ними абразивным порошком, а затем начнем тереть поверхности друг об друга, продолжая тереть, тереть и тереть, то обе поверхности стекла изменят форму. Верхняя станет вогнутой, а нижняя — выпуклой. Такие зеркала, сделанные вручную, на самом деле одни из самых высококачественных зеркал из-за случайной природы движений. Такие случайные движения гарантируют, что любые небольшие недостатки будут со временем сглажены, образуя идеальное вогнутое зеркало. Но зеркало Парсонса слишком велико, чтобы полировать его вручную, поэтому он разрабатывает машину для этой работы. Он использует паровой двигатель, чтобы вращать металлическое будущее зеркало. Затем он опускает на поверхность зеркала абразивный диск и подсоединяет его к двум рычагам. Вращающееся колесо приводит в движение один рычаг, который, в свою очередь, движет полирующий диск вперед и назад. Второе колесо нарушает равномерность движения. Это нерегулярное движение повторяет случайность движения человеческой руки. Готовое зеркало устанавливается в этот раз не в картон, а на дно огромной деревянной трубы длиной 17 метров. Труба подвешена на цепях между двумя массивными каменными стенами. Противовесы позволяют с легкостью ее поднимать, обращая к небесам. Парсонс направляет свою великую машину на одно из таинственных светящихся облаков в небе. Он видит не пыль, а звезды. Сегодня мы знаем, что он смотрел на галактику Туманность Андромеды, соседа нашей галактики, состоящей из миллиардов звезд. Телескоп Уильяма Парсонса был на самом деле великим стимулом для создания будущих гигантских телескопов начала 20 века и, конечно же, наших дней. . 1997 год. Пока огромное вращающееся здание для большого бинокулярного телескопа все еще строится, в 240 километрах оттуда, в Университете Аризоны, команда, получившая задание создать 840-сантиметровые зеркала, пытается найти способ придать им особую изогнутую форму, называемую параболической. Сделать параболу из стекла просто, если сначала расплавить стекло, а потом раскрутить. Здесь у меня немного воды, которая имитирует расплавленное стекло зеркала. Сейчас я слегка раскручу ее, и когда она будет вращаться все быстрее, центробежные силы отбросят часть жидкости к краям, образуя прекрасную параболическую форму. И вот готово. Параболическая форма. Чтобы сделать это в большем масштабе, техники зеркальной лаборатории построили гигантскую вращающуюся печь, в которую они укладывают 21 тонну стекла.
Оптикам необходимо проверить каждый кусок привезенного из Японии стекла на брак. Печь нагревает стекло, пока оно не расплавляется, вращаясь при этом со скоростью 7 оборотов в минуту. Центробежные силы выгибают расплавленное стекло в форме параболы. Чтобы сохранить эту форму, пока зеркало остывает, печь продолжает вращаться еще 12 недель. Затем зеркала полируются, чтобы образовалась идеальная поверхность. Даже сегодня устройство для полировки разработано так, чтобы оно подражало случайным движениям человеческой руки. Обычно, когда вы делаете это рукой, если вы телескопостроитель-любитель, у вас есть какая-нибудь полироль, и вы трете эту поверхность, чтобы она стала как можно более гладкой. Это устройство делает то же самое. У нее есть подушечки, которые трут поверхность стекла. Их приводы постоянно прикладывают разные усилия, изменяющие форму нижней поверхности. Это означает, что каждая подушечка в каждый момент времени давит с несколько разной силой и под несколько отличающимся от других углом атаки, двигаясь по поверхности стекла. На последних этапах при каждом проходе по поверхности диска полировочное устройство удаляет слой стекла толщиной всего в 100 атомов. Чтобы завершить процесс, на каждый диск должен быть нанесен тонкий слой алюминия, чтобы создать зеркальную поверхность. Инженеры помещают стеклянный диск внутрь гигантской камеры. Мощные насосы выкачивают из нее весь воздух, чтобы создать вакуум. Тигели снаружи камеры перегревают небольшое количество алюминия. Когда жидкий алюминий испаряется, молекулы алюминия попадают в камеру и конденсируются на поверхности стекла. Вакуум обеспечивает равномерность распределения молекул по всей площади, чтобы создать безупречно отражающее зеркало. Сразу после нанесения покрытия зеркала способны улавливать больше 90% света, попадающего в телескоп. После почти 4 лет вращения, полировки и испытаний зеркала готовы. Результат был невероятный. Отклонение от идеала было всего в пределах 25 нанометров. Это почти 1/4 миллионная сантиметра. Как если бы в Атлантическом океане волны были бы не выше 2.5 сантиметров по всей его поверхности. Это прекрасная поверхность. И когда мы направили ее в небо, мы убедились, насколько она хороша. В 1845-м зеркала в телескопе Парсонса позволили ему разглядеть самые тусклые звезды в галактике. Но чтобы изучить далекие звезды с большей точностью, астрономам, строящим 250-сантиметровый телескоп Хукера в Калифорнии, нужно найти способ следить за их движением в ночном небе. Прорыв третий, слежение. В начале 20 века астрономы пытаются уловить свет звезд настолько далеких, свет которых настолько слаб, что человеческий глаз не способен их увидеть даже через самый мощный телескоп. Единственный способ увидеть их — это сфотографировать. Главной сложностью для астрономов является удержание этих тусклых пятнышек света в окуляре достаточно долго, чтобы получить необходимую экспозицию. Проблема в том, что так как Земля постоянно вращается, а звезды остаются относительно неподвижными, кажется, будто звезды движутся по ночному небу.
И очень сложно удерживать в поле зрения одну звезду. Инженеры разработали план. Они установили телескоп на вращающейся раме. Они поворачивают раму в сторону, противоположную вращению Земли. Это движение удерживает телескоп нацеленным на одну точку в ночном небе. Но разработчики телескопа должны сделать так, чтобы скорость, с которой вращается рама, идеально точно совпадала с вращением Земли. К счастью для астрономов, уже существует машина, которая работает в соответствии с вращением Земли. За каждый оборот Земли часовая стрелка дважды проходит вокруг циферблата. Таким образом, в 1906 году разработчики телескопа Хукера попытались использовать часовой механизм, чтобы поворачивать свой инструмент. Они использовали его для приведения в движение огромного маховика, который имеет 5,5 метров в диаметре. Он поворачивал 100-тонный телескоп в направлении, противоположном вращению Земли, с безупречной точностью. При помощи телескопа Хукера Эдвин Хаббл сделал одни из самых невероятных снимков. Фотография, снимок туманности Андромеды, производит революцию в нашем понимании Вселенной. Хаббл рассчитал, что туманность находится от нас примерно в миллионе световых лет. Слишком далеко, чтобы быть частью нашей галактики. Она должна сама быть галактикой. Хаббл — первый человек, доказавший, что наша галактика не единственная во Вселенной, а одна из миллионов. Строительство высокогорного основания Большого бинокулярного телескопа завершено. Но прежде чем два гигантских зеркала могут быть установлены, команда должна довести до совершенства систему их подвеса, которая позволит им двигать телескоп с безупречной точностью. В обычном случае тонкий слой смазочного масла между подшипниками справился бы с этой задачей. Доктор Эндрю Шейдлоу демонстрирует нам. Здесь у меня две стеклянные пластинки, представляющие собой детали опоры. Сверху, на эти две пластинки, лежащие друг на друге, я ставлю 5-килограммовую гирю. Теперь я попробую сдвинуть эту 5-килограммовую гирю, применив силу. Вы заметите, что палочка гнется и в конце концов ломается. Теперь мы повторим эксперимент, но в этот раз нанесем несколько капель смазочного масла между пластинками. Если я сейчас положу стеклянную пластинку сверху, вы сможете заметить, как масло растекается в очень тонкую пленку. Теперь мы поместим сверху груз и попытаемся его столкнуть. Вы заметите, что от малейшего прикосновения он съезжает и падает. Таков принцип. Очень тонкий слой масла с невероятными силами, удерживающими молекулы вместе. Эти силы способны противостоять огромному механическому воздействию. Так работает скользящая опора. Но вес большого бинокулярного телескопа так велик, что просто выдавит слой масла. Так что инженеры установили полукруглую раму на 4 огромных основания. И подают масло под телескоп под большим давлением. При этом выдавливаемое масло постоянно пополняется и обеспечивает тонкую скользкую пленку, по которой может скользить телескоп. В 1917 году телескоп Хукера с его точным слежением открыл секреты Вселенной, о которых астрономы никогда и не мечтали.
Но в стремлении заглянуть дальше, астрономам предстоит найти способ подняться над заревом городов. Прорыв четвертый, перевозка зеркала. В конце 20-х годов прошлого века Эдвин Хаббл все еще измеряет расстояние до далеких галактик и замечает нечто странное. Кажется, звезды удаляются друг от друга. Логично предположить, что Вселенная расширяется. Астрономы решают построить телескоп достаточно большой, чтобы подвергнуть испытанию теорию Хаббла. У этого телескопа будет зеркало в два раза больше любого другого. В США есть только один стекольный завод, способный создать такое зеркало. Но завод находится на восточном побережье Америки. Не идеальное место для размещения телескопа. Так же, как и сейчас, яркие огни таких городов, как Нью-Йорк, создавали зарево в небе. Это световое загрязнение затрудняет наблюдение за звездами. Наконец, разработчики нашли идеальное место. Гору, расположенную так далеко от городских огней, что на ней самое темное и самое чистое небо во всей Америке. Единственная проблема в том, что гора расположена в Калифорнии, более чем в 3000 километрах от стекольного завода в штате Нью-Йорк. Инженерам нужно найти способ перевести зеркало через всю Америку. Это была сложнейшая логистическая задача. Вес зеркала был очень велик. Этот кусок стекла воплощал больше амбиций, чем какой-либо другой в мире. Конечно, способом транспортировки в те времена была железная дорога. Но нет достаточно широких железнодорожных платформ, чтобы перевести 5-метровый груз, если его положить плашмя. Стоящее вертикально зеркало будет слишком возвышаться над поездом. Чтобы установить зеркало вертикально, разработчикам необходимо уменьшить общую высоту вагона, а они уменьшили колеса на 18 сантиметров. Они сделали углубление в середине платформы, чтобы диск находился над самыми рельсами. Они отделали вагон резиной для смягчения толчков. И утяжелили стальными фермами, чтобы не дать перегруженному вагону перевернуться. Только сейчас инженеры решаются отправиться в опасное путешествие. По пути на другой конец континента зеркало привлекало толпы людей, смотревших, как оно проезжает мимо. Люди были зачарованы этим великим зрелищем, этим прекрасным образцом американской изобретательности, пересекающим континент. Но не все очарованы этим зеркалом, что вскоре узнает астроном, в честь которого назван телескоп. Джордж Эллери Хейл, который являлся покровителем этого великого инструмента, сказал одной американской газете, что при помощи этого телескопа, вероятно, можно заглянуть так далеко в прошлое, к самым ранним галактикам, что можно увидеть след Создателя. Можно увидеть самое начало Вселенной, Божьего творения. И очень жаль, что когда зеркало ехало через континент, встречались небольшие группы фундаменталистов, которым не понравилась эта идея. Железнодорожники опасаются, что фанатики откроют стрельбу по зеркалу во время его путешествия по стране. Поэтому они защитили его пуленепробиваемым чехлом из 6-миллиметровой стали. К июню 48 года массивное зеркало успешно устанавливается на основании. А
Астрономы начинают использовать его, чтобы проверить теорию Хаббла о том, что Вселенная расширяется. Возможно, самым главным является то, что телескоп Хейла рассказал нам о том, что Вселенная, вероятно, началась с Большого Взрыва. Телескоп собрал достаточно данных, чтобы показать, что все звезды во Вселенной движутся в разные стороны из одной точки. Это предполагает, что все существующее началось в этой точке, а затем какой-то вселенский катаклизм придал всему толчок, раскидывающий все прочь от этой точки. Это событие окрестили Большим Взрывом. Третье октября 2003 года. Астрономы LBT с нетерпением ждут доставки гигантских зеркал. И хотя их не нужно вести на такое расстояние, как большой диск Хейла, команде все же нужно доставить их на вершину горы более 3000 метров в высоту. Эта поездка также может подвергнуться риску саботажа. Но в этот раз угроза исходит не от религиозных фундаменталистов, а от защитников природы. Мы находимся в центре Национального парка США. Когда вы пересекаете его границу, то видите надпись «Земля для многих нужд». Похоже, что у разных групп людей своя точка зрения на то, для каких нужд следует использовать вершину этой горы. Группа воинственно настроенных защитников природы заявляет, что телескоп осквернил национальный парк. Внезапно у них появляется мишень, чтобы выплеснуть на нее свой гнев. Конвой, перевозящий зеркало. Эскорт полиции защищает драгоценный груз, пока он не достигнет подножия горы. Но там перед командой встает самое главное испытание. Дорога к вершине узка, полна крутых поворотов и окружена деревьями. Перевозчикам нельзя срубить ни одного дерева, чтобы освободить себе дорогу. Они рассчитали, что если установить контейнер с зеркалом под углом в 60 градусов, то груз будет достаточно узким, чтобы пройти между стволами деревьев, и достаточно низким, чтобы не задевать нависающие ветви. Но этот угол чреват проблемами на находящемся впереди предательском подъеме. С таким высоко расположенным центром тяжести малейший наклон платформы приведет к опрокидыванию груза, спусканию покрышек и гибели зеркала ценой в 10 миллионов долларов. Чтобы трейлер всегда находился в равновесии, команда установила на каждое колесо гидравлический цилиндр. Это позволяет им регулировать угол наклона трейлера во время подъема по крутой дороге и все время удерживать зеркало под нужным углом. Когда зеркало приближается к вершине, скорость ветра достигает 100 км в час. Но команда продолжает бороться, и зеркало добирается до своего основания в целости и сохранности. В течение 3 дней они доставили стальные зеркальные ячейки и оба главных зеркала, когда те были готовы. Все прибыло в идеальном состоянии. Это была неординарная задача, с которой мы прекрасно справились. И ни одно дерево не было повреждено во время этого процесса. Доступ к вершинам дает астрономам более ясный вид на ночное небо. Но на большой высоте ночной холод выводит из строя деликатное оборудование. Чтобы расположить их новый телескоп выше, чем когда-либо прежде, советским инженерам нужно найти решение этой проблемы. Прорыв 5. Температура. В 1966 году телескоп Хейла в Америке все еще являлся крупнейшим в мире и давал США непревзойденный вид на Вселенную.
Чтобы ни в чем не уступить американцам, Советский Союз хочет сделать свой БТА — большой телескоп альт-азимутальный. Еще больше, выше, и расположить его в еще более удаленном месте. Они выбрали место в Кавказских горах на юге России. Но ночью температура здесь опускается ниже 10 градусов по Цельсию. Толстые металлические стены обсерватории удерживают тепло дневного солнца внутри, сохраняя аппарат в тепле. Но когда створки открываются для наблюдения, холодный ночной воздух устремляется внутрь, вызывая понижение температуры. Это охлаждает зеркало, и оно начинает сжиматься, искривляя идеальную поверхность и искажая изображение. Доктор Мэгги Адерин Поукок объясняет, как перемена температуры может исказить данные астрономов. У меня есть ваза для фруктов, которая представляет собой мое зеркало. Сейчас я сделаю из этой поверхности параболу, применив для этого вакуум. Теперь эта вогнутая поверхность представляет собой зеркало телескопа. Свет, пришедший от звезд, находящихся на расстоянии миллиардов километров, представлен этими лазерами. Сейчас я их включу. Я направила их на параболическое зеркало, и видно, что я могу неплохо их сфокусировать. Вот на этом экране, вот две точки света, сфокусированные на телескопе, отличная четкая картинка. Проблема в том, что если я подвергну зеркало нагреву, две точки выйдут из фокуса, разойдутся, и результаты исследования таких смазанных снимков бесполезны для астрономии. Я убрала источник тепла от телескопа, как при открытии купола вечером, но две точки света все еще находятся на расстоянии одна от другой, потому что на восстановление формы понадобится время. А это всего лишь ваза для фруктов. Если рассмотреть это в масштабе 6-метрового телескопа, то на восстановление фокусировки этих двух точек уйдет очень много времени. Чтобы решить эту проблему, советские инженеры большого телескопа альт-азимутального должны поддерживать постоянную температуру зеркала. Они установили неподалеку от купола холодильную установку. Вентиляторы втягивают относительно теплый дневной воздух и прогоняют его сквозь трубы с холодным газом. Это охлаждает воздух до ночной температуры. Насосы подают холодный воздух в купол, снижая температуру в соответствии с той, которая будет снаружи, когда купол откроется вечером. Астрономов большого бинокулярного телескопа в Аризоне волнуют те же проблемы, что и их русских коллег. Мы находимся на вершине высотой 3200 метров с выраженным континентальным американским климатом. Зимой температура опускается до минус 15-16 по Цельсию с сильными ветрами. Летом погода может быть теплой до 20 и более градусов выше нуля. И в этом огромная проблема. Вместо того, чтобы охлаждать все здание, инженеры просто решают охлаждать само зеркало. Они используют преимущество ячеистых полостей в задней части зеркала. Они пропускают холодный воздух через небольшие отверстия в этих полостях. Это охлаждает зеркало изнутри, поддерживая постоянную температуру и предотвращая искривление лицевой поверхности зеркала. Это позволяет нам за очень короткое время охладить лицевую поверхность, стеклянную чашу толщиной в 2,5 сантиметра, которая образует идеальную поверхность зеркала, чтобы она находилась в температурном равновесии с окружающей средой. В
1975 году зеркала с кондиционированием воздуха позволили астрономам телескопа БТА делать точные наблюдения даже самыми холодными ночами. Лишь одно препятствие остается на пути к идеальному взгляду на Вселенную. Чтобы построить большой бинокулярный телескоп в Аризоне, астрономам нужно найти способ очистить поле зрения сквозь плотную атмосферу Земли. Прорыв шестой — атмосфера. Когда мы смотрим на ночное небо, мы часто видим, как мерцают звезды. Это очень красиво, но это сущее наказание для астрономов. Это мерцание вызвано искажениями в атмосфере. Свет движется быстрее сквозь слои горячего воздуха, чем через слои холодного, и это вызывает мерцание. Здесь у нас подготовлена установка с лазером, отражающимся от этого плоского зеркала на этот лист картона. Теперь, если я включу лазер, вы можете видеть четкое устойчивое пятно света. Теперь введем небольшую турбулентность. Мэгги устанавливает горелку под траекторией луча света, чтобы создать потоки теплого воздуха или турбулентность. Теперь мы видим, что яркая точка больше не устойчива, она движется и мерцает. С этой-то проблемой и сталкиваются астрономы. Лучи света от звезд путешествуют в космическом пространстве в виде волн. Эти волны всегда параллельны. Или говорят, что они находятся в фазе по отношению друг к другу. Без атмосферы волны света достигали бы телескопов на Земле в фазе. Зеркала телескопов могли бы сфокусировать свет, создавая кристально чистое изображение звезды. Как бы то ни было, когда пучок волн света входит в земную атмосферу, волны, проходящие сквозь потоки теплого воздуха, ускоряются, а те, что проходят сквозь холодный воздух, замедляются. Это означает, что когда они достигают телескопов на Земле, волны сдвигаются по фазе относительно друг друга, что приводит к расплывчатости изображений. Разработчики телескопа быстро поняли, что установка обсерватории на вершинах гор всего лишь полумера в решении проблем, вызванных земной атмосферой. Астрономы решили раз и навсегда устранить проблему самым радикальным способом. 3, 2, пуск! Космический шаттл Discovery и космический телескоп Хаббл. Прикрепив телескоп к космическому аппарату. Зачем нам отправлять телескоп в космос? Настоящая причина в том, что там он полностью свободен от атмосферных и других земных помех. Он работает в идеальном вакууме, всегда прекрасный обзор. Это стоит инженерных усилий. Ожидаем отделения ступени. В 1990 году космический челнок Discovery доставил космический телескоп Хаббл на земную орбиту. Скорость Discovery сейчас 1300 метров в секунду. Висящий на высоте более 500 километров над поверхностью Земли, Хаббл свободен от атмосферы и создаваемых ею помех. Даже с небольшим зеркалом Хаббл делает потрясающие снимки глубин космоса. Для одной важной фотографии астрономы сознательно направили телескоп на участок неба, казавшийся пустым. Затем они открыли затвор камеры для экспозиции в течение почти миллиона секунд. Вот результат. Снимок самого глубокого участка видимой Вселенной, когда-либо делавшийся астрономами. То, что казалось пустотой, включает в себя 10 тысяч галактик, каждая из которых содержит от 10 миллиардов звезд. Но кроме всех бесспорных преимуществ, у Хаббла есть серьезный недостаток. Если один из его инструментов откажет на орбите, инженеры должны посылать шаттл для его ремонта. Далеко не идеальная ситуация. Идеальный телескоп должен быть расположен на Земле, но каким-то образом будет способен видеть сквозь атмосферу с ее турбулентностью. Инженеры Большого бинокулярного телескопа считают, что нашли способ получать кристально чистые снимки глубин космоса с Земли.
Их идея — измерять атмосферные искажения света и сознательно деформировать второй набор зеркал, чтобы избавиться от помех. Эти небольшие зеркала будут располагаться над главными зеркалами телескопа. За ними находятся сотни приводных поршней. Они будут давить на поверхность зеркала или вытягивать ее на микроскопическую величину, чтобы восстановить волны света, падающие на него. Света отразятся и сфокусируются на линзах камер, они будут идеально параллельны и снова в одной фазе. Это позволит LBTE делать изображение в 10 раз четче, чем снимки космического телескопа Хаббл. Когда система будет установлена, астрономы смогут смотреть прямо сквозь атмосферу, как если бы ее совсем не существовало. Они не только смогут увидеть дальние звезды, но и планеты, вращающиеся вокруг них. Исследуя эти далекие миры, они надеются узнать, как сформировалась наша планета и как возникла наша жизнь. Большой бинокулярный телескоп, одно из настоящих чудес науки, обязанный своим существованием инновациям и дерзким идеям прошлого. Для нас это идеальное окно в нашу Вселенную. Программа озвучена студией Арк ТВ. Текст читал Петр Тобилевич.